Брат! Минлан, быстрее посмотри, что с ним. Брат, все хорошо. Ты нужен Нинся. Держись. Брат. Нинся. Нинся. Да. Нинся и ваш ребенок. Они ждут тебя в больнице. Так что держись. Мой ребенок. Не двигайся, брат. Мне нужно к своему ребенку. Брат. Минлан. 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 Полиция, стоять! Минлан. Помогите! Спасите меня! Минлан. Господин, прием, у нас раненые. Нужна машина скорой помощи. Все хорошо, Фан-Фан. Не волнуйся. С ними все будет в порядке. Летянь. Летянь. Байха рассказала. То-то ты спас ее. Летянь, я должен рассказать тебе кое-что, потому что сегодня ты сам станешь отцом. Прости меня за то, что не рассказывал тебе о твоем родном отце. Я скрыл правду по просьбе твоего отца. Мы были хорошими друзьями. В то время мы были деловыми партнерами. Но его амбиции были настолько велики, что даже невозможно представить. Его проект был слишком рискованным и нереальным в то время. Он настаивал на нем, а я был против. И мы поссорились. Потом он забрал наш общий фонд. По моим подсчетам, он должен был построить свой завод в течение полугода. Он влез в долги. Позже я узнал, что у него было серьезное заболевание. Поэтому он рискнул всем. Он жаждал быстрого успеха, так как хотел оставить тебе хоть что-то. Я выплатил долги после его смерти, продав фабрику и имущество. Умирая, он доверил мне тебя. Он просил растить тебя как родного сына. Он не хотел, чтобы ты знал о том, что твой отец предал своего друга.
Кто из вас родственник Нинся? Я. Все мы. Я отец ребенка. Вы Ли Тянь. Можете дать мне время? Хорошо. Разве ты не учил меня отвечать за свои поступки? Я сам позвонил им. Теперь я понимаю, каким был невежественным и наивным. Папа не увидит твои первые шаги, не услышит твои первые слова. Но поверь, я буду присутствовать на твоей свадьбе. Непременно буду. Я обещаю. Спасибо. Ли Тянь, сынок. Мы с мамой будем ждать тебя. Нет. Я не был хорошим сыном. Но ты и мама всегда будете моими хорошими родителями. Сынок, мы будем ждать твоего возвращения. Пройдемте. Ли Тянь. Ли Тянь. Байхэ, как Минлан? Мама, папа, не волнуйтесь. Врач сказал, это легкое сотрясение. Ему нужен отдых, а завтра его выпишут. Слава богу. Как могло такое произойти? Осложнений не будет? Не будет. Проснулся. Минлан, как ты?
Голова не болит. Кто ты? Вот озорник. Не шути так. Это же Байхэ. Не узнаешь? Байхэ? Минлан, что с тобой? Прости. А мы знакомы? Минлан, это Дзянь Байхэ. Вы вместе выросли. Минлан, это Байхэ. Не помнишь ее? А? Минлан, ты не помнишь меня? Я Байхэ. Я твоя жена, Байхэ. Байхэ? Моя жена? Моя жена. Прости. Я не могу вспомнить. Почему я не могу вспомнить? Сынок, не пугай меня. Как же так? Возможно, это временно. Ему многое пришлось пережить. Дайте ему отдохнуть, и он придет в себя. Не волнуйтесь. Мы найдем хорошего врача. Успокойтесь. Хорошо. Байхэ, не переживай. Даже если он забудет все, он будет помнить тебя. Пока мы вместе, мы будем идти. Мы никогда не остановимся. Так что, Байхэ, я снова буду ухаживать за тобой. Давай начнем все сначала. Неважно, где ты. Я всегда буду рядом. Куда ты, туда и я. Мы возьмемся за руки и пойдем вместе. Куда ты, туда и я. Я бы жизнь отдал за тебя. Это всего лишь конюшня. Ради тебя это пустяк. Мы будем вместе не только сегодня. Мы будем вместе всегда.
Мы на месте. К чему такая таинственность? Можешь посмотреть сама. Как красиво. Для самой красивой, нежной и доброй женщины Дзянь Байка. Минлан, как ты? Голова не болит? Кто ты? Прости. А мы знакомы? Минлан. Ты не помнишь меня? Байхэ, что случилось? Сестра, Минлан не может вспомнить меня. Минлан не помнит меня. Что мне делать? Успокойся. Скажи по порядку, что случилось? Что произошло? Что такое? Не плачь. Год спустя. Ну-ка. Юнда, ты устала? Нет. Мне очень нравится это место. Вот как? Дядя Минлан, какие еще самолетики ты умеешь делать? Я умею только такие. Неправда. Для мамы Байхэ ты сделал столько разных самолетиков. Очень много. Дядя Минлан, я рассказала много историй о маме Байхэ. Ты все еще не вспомнил ее? Она говорила, что вы здесь вместе играли. Мы тоже здесь поиграли. Ты так и не вспомнил ее. Она вернется сюда. Я соскучилась по ней. Ее так долго не было. Дядя, ты поедешь со мной, чтобы забрать ее? Конечно. Идем. Идем. Как ты здесь оказался? А мне нельзя? Ну... Я хотел быть первым, кого бы ты увидела по возвращению. Помни, я все еще жду твоего ответа. Гаусян, я много думала, пока жила за границей. Ты был добр ко мне. Очень. Но я... Можешь не говорить. Я уже знаю ответ. Только оказавшись далеко, я поняла, что не могу забыть Минлана. Не могу. Не знаю, вспомнит ли он меня, но я должна попробовать все. Я консультировалась со многими зарубежными экспертами. Есть еще один метод. Я попробую его. Я рад слышать. Это от тебя. Когда любишь кого-то, ты должен уважать его решение. Я уважаю твое решение выбрать Минлана.
Но и ты уважай мое решение. Любить тебя. Мама Байхэ. Мама Байхэ. Мама Байхэ. Я скучала по тебе. Я тоже, Юньдо. Мама Байхэ. Мама Байхэ. Идем домой. Гаусян. Не нужно утешать меня. Желаю тебе найти свое счастье. Гаусян. Дай мне мой чемодан. Спасибо. Не стоит. У меня много друзей, которые хотят свадебное платье от тебя. Так что мы еще не раз встретимся. С тобой все в порядке? Надеюсь, да. Пошли. Ты вспомнил меня? Тогда почему ты приехал за мной? Юнда попросила. Почему ты думал, что я поеду с тобой? На самом деле, я не был уверен, поедешь ли ты со мной. Ты не был уверен, но все равно приехал. Я скучал по тебе. Очень. Все вокруг твердят только о тебе. Чем больше они говорят, тем сильнее я скучаю. Они говорили мне, что мы поженились и были счастливы. Я смотрел на твою фотографию каждый день и представлял, как мы жили вместе. Я пытаюсь вспомнить тебя. Почему ты скучал по мне? Как? Я хочу видеть тебя. Чтобы у нас было все хорошо. Я хочу заботиться о тебе. Я хочу быть с тобой. Мы будем жить счастливо вместе. Хорошо, поехали в одно место. Хорошо. Почему ты перевернул фотографию? Мне больше не нужно смотреть на нее.
Минлан, ты помнишь это место? Я долго ждала этого дня. В тот день мы поженились. Мы с детства росли вместе. Мы вместе ходили в школу. Мы с детства были привязаны друг к другу. Ты не забывал меня. Ты просто спрятал меня в своих воспоминаниях. Так ведь? Мы часто гуляли вместе. Мы многие годы ходили по этой дороге. Ты всегда опаздывал на автобус, потому что провожал меня домой. А потом тебе приходилось бежать к себе домой. Помнишь? Я записывала дни, которые мы проводили вместе на автобусном билете, потому что я хотела помнить каждую секунду с тобой. Ты помнишь? Эту лошадь зовут Ветер. Когда мы грустили или радовались, Ветер был рядом с нами. Если мы о чем-то думали, то делились с Ветром. Он был свидетелем нашей любви. Помнишь? После того, как ты потерял меня, ты сказал мне, куда ты, туда и я. Вот так. Так что, Байхэ, я снова буду ухаживать за тобой. Давай начнем все сначала. Неважно, где ты. Я всегда буду рядом. Куда ты? Туда и я. Мы были осторожны в любви. Как будто защищали самолетики от ветра и шторма. Мы слишком оберегали ее. В нашей любви наши воспоминания о прошлом и надежды на будущее. Ты помнишь это? Помнишь? Ты посадил в саду лилии, потому что мое имя означает лилия. Ты говорил, что время летит быстро, и каждый день со мной тебе кажется коротким. Говорил, что лилии завянут, люди стареют и умирают. Но даже если мне будет 60, 80 или 100, для тебя я всегда буду
выглядеть как цветущая лилия. Помнишь? Вот такая у нас была жизнь. Кажется, что все случилось вчера. И в то же время, давным-давно. Ты помнишь, кто я? Байха. Ничего страшного. Я верю, что однажды ты вспомнишь меня. Байха. Когда я потерял память, то продолжал спрашивать себя, неужели она ничего не значит для меня? Почему ничего? Не могу вспомнить о ней. Почему не помню того, что рассказывают мне остальные? Однажды мне приснился сон. Мне снилась девушка, которая стояла у кровати, усыпанной лилиями. Она ярко улыбалась. Она взяла меня за руку и сказала: «Минлан, куда ты, туда и я. Байха всегда будет с тобой. Когда я проснулся, я повторял имя Байха. Я снова и снова произносил твое имя. И тогда я вспомнил. Я наконец вспомнил. Ты тот человек, которого я никогда не отпущу. Байха, прости меня. Прости за все отговорки. И что заставил тебя ждать так долго. Я дал обещание сделать тебя счастливой, но не выполнил его. Мы прошли через многое. Впредь мы должны быть вместе. Я всегда буду держать твои руки. Сегодня я, Ли Минлан, прошу тебя, Дянь Байхэ,
стать моей женой. Стань моей спутницей жизни. Единственной возлюбленной. Я всегда буду ценить нашу любовь. Буду любить только тебя. Я буду доверять тебе. Буду носить тебя на руках. Я буду верен только тебе. Я буду с тобой в богатстве и бедности, в болезни и здравии. Я буду рядом с тобой, несмотря ни на что. Я посвящу тебе всю свою жизнь. Дянь Байха, ты согласна стать моей женой? Дянь Байха. Ты согласна стать моей женой? Я Дзянь Байхэ. Согласна стать женой Ли Минлана. В богатстве и в бедности. В болезни и здравии. В радости и в печали. Я буду с тобой. Я всегда буду любить и ценить тебя. Буду верной.